Всем привет, с вами Эйшин. Прошло довольно много времени с прошлого обзора сборки, и я думаю, что настало время для нового. Некоторые подписчики на моем канале могут не знать, что я делал подобные обзоры, ведь я их делал раньше на другом канале. Что ж, теперь вы знаете. Данная сборка не пытается как можно ближе держаться к ванильному Майнкрафту, но и непонятных мюсли из модов здесь тоже нет. Здесь я попытался соединить моды для комфортной игры, магические моды и технологические. Давайте же взглянем на эти моды поближе. The Twilight Forest. Этот мод добавляет всего лишь одно, но глобальное изменение. Новое измерение. Естественно, в этом измерении вы сможете найти кучу всяких новых вещей и даже боссов. Forestry. А этот мод в первую очередь добавляет ульи с пчелами, найти которые вы сможете просто гуляя по миру. Но улей с пчелами это лишь только самое начало. Он также добавляет кучу всего нового. Quick Leaf Decay. Данный мод довольно небольшой, но зато очень полезный. Он заставляет листву исчезать практически мгновенно. Упс, не тот топор. Ботания. Этот мод, так же как и Forestry, добавляет изменения в окружающий мир, а именно кучу новых магических растений, отличить которые от стандартных можно по искрам, летающим вокруг них. Но опять же, это лишь капля в море, потому что данный мод добавляет еще кучу всего нового. Apple Skin. Этот же мод внесет изменения в интерфейс Майнкрафта, а именно в интерфейс голода. При беге будет появляться некая сетка позади этих ножек из KFC, с помощью которой легко понять, когда отнимется следующая половинка ножки. Также, держа в руке какую-либо еду, вы увидите, сколько добавит сытости вам та или иная еда. Armor Plus. Этот мод добавляет просто тучу разной брони.
Каждая броня выделяется своими различными способностями, которые она вам даст при полном сете. Bubbles. Это довольно мелкий мод, который добавит вам слоты в инвентаре для разных аксессуаров из других модов. Extra Utilities 2. Один из модов, который добавит вам много разных технологичных и не очень хреновин. Immersive Engineering. Данный мод добавит всякие, как ни странно, инженерные штучки, тоже довольно технологичные. Inventory Tweaks. Мод, без которого бывает трудно прожить в ванильном Майнкрафте. С помощью него вы сможете сортировать вещи в сундуках. А также вы сможете сортировать вещи и в инвентаре. Вы ничего не видели. Just Enough Items. С помощью этого мода вам больше будет не обязательно гуглить крафты вещей, ведь у вас теперь есть встроенная Википедия по крафту. Mouse Tweaks. В дополнение к Inventory Tweaks этот мод облегчит вам работу с инвентарем. Зажав, к примеру, Shift и левую кнопку мыши, вы сможете вот так вот быстро переносить вещи. Refined Storage. Вернемся к технологиям. Это еще один мод, который добавит кучу всякой полезной технологичной фигни. Solar Flux Reborn. Солнечные панели, и этим все сказано. Thermal Series. Все моды из серии Thermal, которые также добавят хреновую кучу технологичной всячины. Серьезно, очень много. Cyrus Minimap. Как ни трудно догадаться, этот мод добавит мини-карту, в которой очень много различных настроек. Без вейпоинтов в Майнкрафте тоже бывает тяжко, поэтому данный мод поможет вам с этим. Я настроил его так, чтобы по стандарту вейпоинты не отображались в самой игре, а только лишь на карте, потому что это часто мешает. Но если они вам нужны прямо в игре, все решается нажатием одной кнопки. Xyros World Map. В дополнение к прошлому моду этот мод добавит полноэкранную карту, в которой показывается даже ваше движение за недавнее время. Она прекрасно интегрируется вместе с мини-картой, так что вы можете, например, удалить waypoint, добавленный при помощи мини-карты.
Обзор подходит к концу, поэтому я хочу вам напомнить, что данную и другие мои сборки вы можете скачать прямо с моего сайта, ссылка на который находится в описании этого ролика. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Эйшен, всем удачи и до скорых встреч!